Поздравив работников Степногорского горно-химического комбината с профессиональным праздником и пожелав им дальнейших успехов в работе, Аким вручил свидетельство заслуженному ветеранту СГХК. Ануар Компекеев отметил, что трудовые заслуги ветеранов невозможно переоценить. Их трудовой вклад, заложивший сверхпорочную производственную основу комбината, сегодня особенно ценен. Также в ходе торжественного собрания генеральный директор комбината Игорь Татаров вручил благодарственные письма и денежные премии 21 сотруднику предприятия. Еще 21 работник был отмечен за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда и верность коллективу. Закончилось торжественное собрание праздничным концертом творческих коллективов нашего города.